Так, баф, дайте там. Сейчас красочки разбафу. Я говорю, кто на замене сидит, можно это на твинка зайти и сидеть здесь и дальше? Пока рейд полностью не формировался. Типа, может, пока что на твинах посидеть, но я говорю, что... Не, я слышал, здесь... Придем к боссу, там буду полностью формировать рейд. Пока трэш, так что похуй. Поехали. Так, кому там каску дать еще? Пока, кстати, трэш бьете, просто прикол скажу, у нас в лифте такой кармашек повесили, там это брызгалка спиртовая для кнопок или для рук. Хорошо сказал, помогает лампы кварцевые, которые... Солнышко вот такие для загара, вот, где одежда висит, можно вешать либо в коридоре, включать ее либо в коридоре, но животным, растениям нельзя свет этот принимать на себя, потому что ожоги будут. Вот, и дезинфекцию горла такую же кварцеванием вот этим делать, дышать просто-напросто. Знаешь, этот вирус убивает. Знаешь, некоторые этот вирус переносят, я тебе просто скажу, не замечая его даже. Ну, у меня температура, у меня температура держится 37 с прошлой пятницы, уже получается 9-10 дней. Но у меня это обычное состояние, потому что у меня бронхиты и все такое прочее. Чем крепче ваш иммунитет, тем вообще можете даже не чувствовать это. Понятное дело, что все по-разному переносят. С одной стороны, правительству выгодно то, что пожилое население умирать будет старше 60 лет, потому что пенсию не надо платить никак. Ты, наверное, не в курсе? Но с другой стороны, что они перезаражают всех своих родственников. Не, я говорю, ты, наверное, не в курсе, что они в последние года делают пенсию? Они увеличивают пенсионный возраст, люди не доживают до такого возраста и умирают. Да, я в курсе, я слышал. Когда у вас захотели сделать, у нас тоже этот Назарбаев захотел сделать возраст увеличить. Там начали бучу подняли и ничего не стали менять. Ну, а у нас странно терпел. Значит, что Путин сказал, то не так. В Узбекистане подняли пенсионный возраст чиновникам и силовикам. Сказали, вы такие же обычные люди, поэтому пойдете как все на пенсию. Не, чиновникам-то понятно, военными, блядь, трудно же. Да, я сомневаюсь, ну, ничего страшного. Блядь, 70-летнего, блядь, солдату. Понимаешь, я когда в армии служил, я ездил на Лубянку каждую неделю, вот на площади Дзержинского. И несколько раз я заезжал вовнутрь. Там дедушка стоял на охране, которому было 90 лет. Вот, и он еще с Дзержинским за руку здоровался даже. И этот мужичок, дедушка, он полковник в отставке, с ним генералы все здороваются, ходят за руку. И он, ну, он говорит, я умирать буду на работе, мне дома делать нечего. Вот и все. Вот так дедушка древний, там, как божий одуванчик. Старый, конечно, замечательный, но у нас он, блядь, все уходят 40 лет на пенсию. Бибу. Бибу. Чё? Пекнись сурва, бля, там апт завезли нехуёвый, сейчас ДПС вырастет. Хуя да, развод. Бля, сейчас перед этим. Я, блядь, тут аддон не могу настроить. А, он ночью только понял. Посмотри на Путина, он вообще молодой. Ему еще пахать и пахать, какой он там пенсионер. Я говорю,
ты сравниваешь, блядь, крысиный хвост, блядь, с кремниевым заводом. Чё жрёт Путин, блядь, какое у него это обслуживание, блядь, или у обычного чувака? А им же без разницы, понимаешь, они говорят, вы посмотрите, женщина в 65 лет, она молода и полна сил, и всё, ей работать а-а-а. Надо. Пусть они, блядь, ушлёпки нахуй, не знаю, блядь. Придут на стройку кирпичи в 60 лет, блядь, таскают, я просто как какой-нибудь каменщик это делает. На том посмотрим, блядь, что они скажут, блядь. Сука, вот на трёх, блядь, таких чертей надо как в 17-м, блядь, к стенке ставить в расход. А они же по-другому власть-то не отдадут, понимаешь? Без крови никто не отдаст. Добровольно. Ну, Кучма отдал же. По-моему, единственный президент, который переизбирался добровольно. Ну, он придурок просто, понимаешь? Остальные поумнее оказались. Да нет, может у человека просто... Не исключено. Там же смысл, они почему власть не отдают? Потому что они, знаешь, у них, сука, все отнимут. Еще как вариант, блядь, что ни с ними будет. А у Кучмы был вариант, что у него ничего не отнимут. Не отдают, потому что не хочет отдавать. Ну, меня, кстати, вот всегда интересовал момент вот этой концепции. Типа вот этих чуваков, блядь, а вот сколько им нахуй надо денег? То есть, блядь, нельзя там за один-два срока спиздить пару ярдов, тебе их, блядь, не хватит. Они не могут останавливаться. Это конвейер. Не, ну останавливаться они не могут, потому что не знают, то есть сохранят им все или нет. Зачем это... ты? А зачем пулить? Можно было обойти. Ну, я забыл, что на наружу. Кули, моя блядь, вар, моя там кровать. Бешенство про товара, блядь. Может воронка выпадет. Вот тоже, может кто помнит этот, блядь, полковник Захарчик, сколько там на хате, блядь, 8 миллиардов лежал. Вот если это не общак, а чисто его напиженные деньги, куда ты их, блядь, набирал? Ну там уже его сделали, уже больше рекорд есть. Нет, это правильно, я не веду, блядь, вот. У кого-то там 13 ярдов несли. Там же хватит и тебе, и детям, блядь, и детям детей. Нет, блядь, сука, как мыши, тащит, блядь. Ты все сейчас сосредоточься на рейде, да убить робота. А, ну сорян, я просто на замене сижу, а вы это, не отрежь, блядь. Чё ты сидишь на замене? Зашёл бы хоть помог бы тебе шпичес. 26-м? У нас 24 человека в рейде. У нас... пятым сейчас будет коват, скорее всего. Ну, пока он будет, мы мог бы прийти и помочь. Ну, я стоял в шатрах, никто не знал. Там наоборот сказали, чтобы с инста вышли, когда двое нашли. Извините, мне послышалось, кровавый взор будет 25-м? Послышалось. Я вам взор будет тем, кто получит 1000 ГП. Не, ну просто я так лаганул. Пошли, блядь, маленького протовара, ебаное, все. Сколько ДПС у тебя на нем? А, ты отлетел. Открываешь информацию о смерти, а там коронавирус.
99 тысяч на. И у нас нет коронавируса, у нас только пневмония диагноз. Маска протовара, блядь. Че? Откуда вообще этот вирус взялся? Тебе не рассказывали? На байке типа китаец, блядь, съелся. А по факту еще в 15 году писали о том, что в Америке опыт проводили. Чтобы я рассказал об этом. Ну, может, ты знаешь информацию, у тебя же там знакомые с педагогией там и что-то в этом роде. Ну, от животных передается какой-то вид вируса. Вот именно, что вот этот вид, который корона называется. Ну, их типа там много разновидностей. Да, и по поводу этой статистики, я тоже смотрел, там мужик рассказывал, который типа эпидемиолог, вся хуйня. Они там эти вирусы, блядь, исследуют, то есть не в одной клинике по всему миру. Есть там ряд животных, таких как суслики, летучие мыши и так далее, которые являются постоянным источником опасности. А что риснуть там? Короче, кошку надо, блядь, из дома нахуй на улицу выкидывать, да? Да нет, ну суслики, короче, на сусликах, блядь, эти... Там от летучей мыши это... Нет, на сусликах, короче, там чума передается такое вот. То есть за ними следят, и то есть постоянно эти штаммы, блядь, новые там создают, пытаются вакцины сделать. Да я тебе вообще секрет открою, блядь. Миллион вирусов вокруг тебя летает каждый день, блядь. Вот ты думаешь, живи с этим. Вот поэтому я и пью. Разновидности разные, блядь. Просто есть такое понятие, как иммунитет, блядь. Это как про товар, который стоит между рейдом и боссом. Между боссом и рейдом. Короче, 100 грамм водки, и оттуда перец красный, блядь, половина. Ебанёшь, у тебя там... Ну, это будет как ходка холи-приста для протовара, то есть хуйня. Капля в море. Я так один раз ебанул. У меня простуда была, короче, блядь. Забаньте. А вот зарядка, зарядка каждый раз по утрам, правильное питание, это будет как... Верните! Это будет как за хилу холипала. На следующий день даже, блядь, просто... Кузнеца там же контрите кто-нибудь. Повеселит живой, чё ты к нему кушаешь? Да, он апает мобай, и там танка может... Для воида надо специальная стопочку водки и перец Тринидаду. Ну тогда воид там закричит, не знаю, крезанный. Бля, смотрю на Даркис, он как из пулемета хуярит этим ожогом. Пиздец какой-то. И говорят, пофиксили его так, там что-то убрали и добавили еще сильнее. Просто как из пулемета, блять, полторы секунды каст. Мне пытка 2 секунды хуярит, он столько урона не носит. Нейрик, кстати, под 7 сколько пытка хуярит? Нет, касс. А, времени? Да. Ну, что там он где-то 2 секунды. У меня хосты. Вот средний. И сейчас я. Бля, тебе еще 60 хосты идеально будет. О, ничего себе, здорово! Сейчас обнову закачаю. Чего у вас как тихо? Да, блядь, коронавирус. Опять кого-то с брюлями закрыли. На карантин.
Минута молчания посвящается карантину. Чего, Тринидаду скалываешь, нет? Чё-чё? Тринидаду. Чё это? Перец. Не, я не люблю перец. Это не этот, от которого падают, блядь, и задыхаются? Да. Самый ядерный. Ты пробовал? Нет. Я вообще как бы перец сладкий, болгарский люблю, а так нет. Как сказала бы моя бабка, я что, дурнее паровоза? У меня дома такой растет на кухне, то есть, понял, маленький красный, блядь, его высушиваешь, он может быть пизда. Кстати, Нерис, ты откуда? Красноярск. У вас там эти, блядь, настои не продают, там троянский конь, вот это такое, блядь. Как бы, я не пью, я не смотрю на это. Там, или как там называется. Троянский конь. Перцовка знаю, видел не раз. Название троянский конь мне напомнило в 94 троярду. А что за у вас этот прикол был? Боярка или как? Боярка. Настой боярника, да? Да я прям смотрел, там этот, типа даже эти автоматы стояли. Его пьют только бояре. Да, там эти бояре, понял, такие, которые щебень ничего или ничего. Гро! Блин, воет. Чё? Ну, понимаешь, кому-то денег стало мало, мало того, что он и так какой-то гумиаспирт продавал, а это значит какой-то, блядь, этил его им хуярить, я понимаю, они там подъезжали. Ебать, сколько там тиков? 1276. Так, ты второго будет, я первого. Лоя страхуешь. Поехали. Дайте контроль, моба. Забирай. У меня следующий шот. Вчера 6 килов или 5? 6 хилов, 5 танков было, да? Мы все разы сюда в 6 хилов ходили. Не 4 танка, 5 вот. Ну там по другой причине. Потому что 3 танка на боссе. У робота появляется какой-то баф потом на фазе, last фазе на увеличение урона? Или нет? Нет, только стаки. Просто пишет плюс. Сейчас контрите мобу. Апает он. Ревностных? Моба. Лёх, крикни, когда крылья кинут. Ну сейчас алоэ заберет. Забирай. Не успел до коста. Да, пой.
там еще и это увеличение урона у него бафнуть. Я в курсе. Большого отразите лучше. Этот пусть бани стоит. Такс. Танков есть, еще повод получится. Дайте рез. Сразу шкаф ставьте. Все 150 усилков вынос. Короче. Нет, танки все. Не знаю, пока что сделай два спек. Пока что делай два. Ну, типа, брюли там ничего не представляю, но... Типа, усилки... А, в мешке у тебя и так усилки забиты. Совет тоже у силки сделай на все. Так. Давай перекур 5 минут. Пока все будут всю эту херню делать. Маги, дайте портал. Долоран. Народ, пока все поперекидывают у силки, будешь все равно сидеть, дождаться. И сопрот не забывая. Тебе-то проще, блять, в мешке хули там перекидывал, да? Гена, соединение установлено, грузится. Есть шестой хил. Есть. Коли пал и гена, если можешь что врест. Я сижу думаю, нужен он или нет. Давай попробуем в 5 хилов. Если нас будет складывать там, то можно чуть-чуть в хп поднять в себе сереть. Если мы не будем захиливать пятером, тогда можно шестого пробовать. Сейчас мы шестого спекнем, нам по ДПСу будет проблема. Так, ладно, Гена заходит, слабик выходит. Гена шестого хила спекается, кислый танк, монород танк, алоэ танк. Первая группа, все танки. Поехали, так, начнем. Сейчас посмотрим. Резистансы все на это. Кислы в танке на боссе, монороб в танке на боссе, я на боссе. Войт алоэ ловит сферы. Остается 3 милика. Посмотрим. Так, подождите. Включу сомнение. Поставил рыбу. Этот, смотрите, по поводу... Давай. Этот, по поводу... Чего еще? По поводу танков, которые на босс. То есть вы перешли первыми по агро.
Смотрите, что должно быть. Если вы первое по агро, у вас у всех Хоумен стоит, в принципе, да? То есть, блядь, в зависимости от напула, от всякой этой хуйни, то есть вы смотрите по Хоумену. Если второй танк, который вас должен сменить, близко к вам, вы можете бить босса. Если он далеко, не бейте босса. Просто стойте, дефайте. Или бейте, но слабо. Ну, то есть там, блядь, грубо говоря, не тыкайте активно ротацию, чтобы агро набирать так, чтобы отрываться. Вот. И когда смена агро происходит, блядь, этот... Когда босс там в передвижении или что-то еще, старайтесь подальше от мили-зоны отбегать. Сразу видите, что на вас агро, сразу в сторону. Так, рыбёху став расстоит, да? Так, первый я, потом кислый, потом монород. На меня, на пулы со старта не даем. Сорвут же ты пока ведешь, пока чё. На добром слове продержимся. Медведи проблема с тем, что если их не бьют, то, блядь, каков танк, они хуёво будут, наверное, набирать огромное. Там ауе дамаг по КД. Будет ярость у них. Ну давай, попробуем. Даю проверочку. Нардик, нет. Так, с меня каски, короче, да? Так, сейчас раздам. Аркан же, да? Да. Тайная магия. Аркан — это тайная магия, да? А. Да. Я тогда на тебя дам на пол, потом на слючок кислого. Ну, у тебя откатится, уверен. 20 секунд. Да, должен откатиться. Окей, да, да, что дает. На пол там уже глянем. Себе что получится. Мишек дохуя хп. Будете их, блядь, оверхилить. Кислый, на плащ и на голову нету чарки. На плащ либо 20 к аркану, либо 15 урез. Чарку. Нормально это. А не профитно будет, ребят, раскидывать этот от мага баф, который уменьшает урон от магии по всем? Профитно будет, наверное. А вторую часть этого бафа ты не читал? Читал, конечно, уменьшает хил, но уменьшает хил меньше, чем уменьшает урон. Как раз таки наоборот. Мне кажется, на танка будет, который на этой перифазе пушку ловить или там тяжкие ловить, на это тогда профи. Между костами его подымут, несмотря на баф, а урона будет меньше. Ну, на танка, да. На танка нормально. Но на хилов, брит, не надо эту хуйню брать. Чё там, кисло готов? Я не готов. На всех танков кинет тогда? Да, опять первая группа всех под эту херню. Библ готов? Захожу. Мосса, Кирс.
Масса, что-нибудь с Анте? Каску можно под ИК? А насколько у Мешки снижается вот эта магия резистит, когда он, блять, в Мешке? И насколько? Ну там типа уменьшает урон, блять, когда вы... Это у кота. А, у кота? У Мешки просто может быть резистит. У кота в талантах на 30% по Уешке. А у Мешки нельзя прокачать? Он дает в облике кота. А, понятно. Коты лучше магию держат, чем Мишки. Женуэн, Кирс, Алоэ, что не хватает. Каска. Все, да, поехали. Вы набираете кислый монород, набираете параллельно агро, но смотрите по оману, чтобы, я скажу, следующий кислый будешь ты у меня забирать, там по тебе дадут на пол, сорвешь, я скажу когда. И смотри, чтобы ты находился по дальше от мили зоны, типа... Так, чтобы их не положить. Если этот удар прилетит в мили-зону, она там всех шопит. Ветки дай, чтобы танки знали, где они танчат, а да ты где они стоят. Да в смысле? Вот, блядь, он жёлт, блядь, не... Ставьте метку, не могу. Мы с Войдом две первые бахаем сразу, правильно? Да. Вот на кого метку. Первого на пол? На меня. Вот сюда метку поставьте, вот где рейд стоит. Вот здесь рейд стоит. Вага, поставь метку. Не могу, аддон заблочил. Там я тоже. Вторую. Да куда ты поставил? Там где рейд стоит. Вот сюда. Вот. Здесь стоит рейд, босса танчим в печеньке. Все. Поехали. А ой, ты не там стоишь, с левой стороны. Слева это, вон ту дальнюю? Да, да, да. Только баха не одновременно, а чуть-чуть подожди, а то, блядь, рейд еще упадет. Хорошо. Сопровод не забудь. Будет прям сразу, я через пару сек тогда. Чё, ко мне не подходим танки, которые набирают агро? Три стака. Расчёт силовых параметров. Четыре. Но сейчас уже кислый по чуть-чуть должен забирать. Кислый? Народ ворвался. Да, кислый. Второй кислый. Я догоню. У меня нет на пол на него. Я догнал. Подошел под хильте. А он отступал. Забирайте босса. Куда он побежал? Че, беги за ним. В этот момент босс должен быть на кислом. Бахнет. Становишься в стену, становишься в стену за него. И все. Босс накид, все, смена цели, заебись. Все нормально. Коника, блять, ну ты чё? Это полагало, не спи. Гена, подними коник. Следующий монород.
Наполеон, народ. Стою. Намонарота на пол. Намонарот. Все, вот отходи, кисы от монорота. И после монорота. После монорота на пол на меня. У тебя нет вообще в списке. Набирай. Набираю, блин. Че, беги на... воет, наверное. То монорот ведешь его в сторону. Кто это мне говорит? Сливайте монорот. Фаз. Уводи монорот. Весь на пол на меня. Какое по агро? Ты в жопе. Восьмой. Блять, вы шутите? Где на пол? Че монорот ляжет? Белорус на Эликс бросит. Меня быстрее на пол, больше. Ты третий. Сальву вага, дай по монороту. Сейчас он отъедет. У меня нет, я себе даю. Неликс первый, ты второй. Неликс, ну ты серьезно? Все, я второй. Мне сказали сбросить, я сразу сбросил. Ложимся, нету смысла. Ложимся. Блять, впереди три танка. Все остальные дамагеры не должны набирать, блять, больше этих ебучих трех танков. Взрывайте в рейд сферу. Ложимся, не хилиться. А чё мы как далеко бегаем вот, через всю площадку? Ну потому что так должно быть, чтобы стаки сбрасывались. Он всегда туда уходит? Ну, рандомная треть. Ну, не то, что рандомная, куда ближе. Ты такой говоришь, забирай сейчас на тебе. Я ее рад эту, берцу прожал, он хуяхся же... и ушел от меня. Я же сказал. Первый я, на меня на пол не даем. Потом, блядь, второй кислый. Когда надо будет кислому забирать, надать на пол на кислого. Потом монород, блядь. Чем вы слушали? Хуй его знает. Если натянет, давай ДРДД сорвут. Блять, пускай подождут, пока поставлю босса. Это не критично. Он сейчас что, бегает быстрее, да? Не бегает, он одинаково бегает, что и бегает. Я просто не был с вами давно. Почему вы раньше водили, когда мы убивали? Потому что, блять, раньше он спел не давал на рынке. Раньше атаки подняли, теперь неважно, кайдешь ты его, он на месте. Понял. Сейчас нельзя такого сделать, чтобы, блять, покайдить. Портал в Огре просит, дайте маги порт. В Огре гений, шкаф поставьте, сразу сумму. Первые три по агро человека, это я, Монород и Кисло. Если кто-то выше, блядь, это значит вайп. Вы сорвете, пройдет тяжкий удар вас, вы вайпнете РДД зону или мили зону. Так танкам надо бить постоянно, только хотя бы от руки, чтобы маленькая агро набиралась. Мы бьем постоянно. Только учти, что, блядь, вместе. Ты учти тот момент, чтобы, блядь, сбрасывать агро, когда это надо, мы даем по себе сальву. Ну, то есть я по себе даю сальву, чтобы сбросить агро, что второй танк, блядь, у меня забрал. Не давай, мы там практически рядышком, просто перестаешь бить, мы их обгоним. Или снять ее, когда слетела цель, чтобы лишнее агро не улетало. Лучше как раз, да, дамагеру сальву давай, который подходит следом. Потому что лично я свою сальву никому не дам. Хитрый. Да нет, просто зачем мне дохнуть тут?
Он прибежит туда, я сдам Берсу, и он будет на мне. Я сейчас даже Берсу в перебежке, блядь, в пустую ушла, все равно он на меня ушел. Баб. Каску. Какова там мне что заходит? Срыв босса на любой из фаз, на любой из перифаз, давай. Ниена, пони. Рибах. Чё надо? Каску по хантам. Так, а что, может, бьёте от рыбки или что там? Затоптали нахрен всё. Каску дай. Готов. Каску дай. Рыба сзади стояла. Вот тут и стояла. Короче, я тут подумал. Меня слышно? Плохо. Не достаю. Слишком далеко. Короче, я тут подумал. Немножко по-другому сейчас вас поставлю. Ориентируйтесь. Там Кават пришел еще. Пришел. Метку дашь и все, чтобы знали танки. Да Леха... А, все. Че ты там возникаешь-то? Каску думал, не бах. По дроидам тоже каску дай. Ведь... Я давал каску. Ну я тэпался в аргимаю. Да, Ген, пока не могу. Вера. Сейчас песку должен забрать. Блять, мне ревность не сработала. Киса забирает. Сейчас не придет уже на кису. Сейчас мне может шотнуть, алоэ подхилить. Алоэ, ты каждый раз подходишь, чтобы мы тебя подхилили. Вот меня шотнуло, ложимся. Ложить. Как ты не вовремя говоришь, забирать, у меня вот сейчас Берса опять ушел в перебежку. Или раньше блядь, говори, блядь. Или позже. Кават, заходи. Потому что я сразу... Кислород, тут, понимаешь, таймер, минута он стоит, стоит, потом минута он бежит на перебежку и там стоит. И так каждый раз, до второй фазы. Сложно. Кислород в сову. Понимаешь, когда на мне 4 стака, по мне, когда на мне 4 стака, ты уже должен подбираться к игру. Когда на мне 7 стаков, ты уже должен забирать. Так скажи, когда у тебя 4, тогда я буду убиваться. Вообще, я думал, что на 5 это будет заебись делать. Кисло, спекайся с собой. Пока что. Кават заходит, женой на замену.
Просто двумя танками одинаково проще агро, блядь, отслеживать, чем, блядь, с разными танками. У каждого разный агронабор, блядь. Когда у танков одинаковый агронабор, то там примерно и одинаково все будет. Да дело-то не в агронаборе, а в том, что вы помянуть и танчите. Плюс в чем? Плюс в том, что еще у паладина, прот-паладина, есть такая хуйня, как гланд жертвы, которая очень сильно помогает, блядь. То есть, допустим, по мне, чтобы снизить урон, калат может дать, а я по калату могу дать, чтобы снизить урон по танку. С дроидами лучам нихуя не можем. Монород, танки на второй фазе в два танка не вытанчат босса. Там время не пройдет. В теории там можно. Да вон вчера Леха стоял, и у Кувата еще стаки не пропали, а у него до 10 дошло. Не, Куват лег. Куват умер. Там Куват на перифазе умер. Короче, позиция такая. 4 стака на мне. 4 стака Кават должен подбираться ко мне. На 6-м, 7-м стаке, блять, край 8-м он должен забирать. Босс, дальше. После Кавата забирает монолог. То есть, грубо говоря, перезарядка идет. Вот конец перезарядки, примерно, у Кавата будет 8-й стак. В этот момент надо забирать. Плюс протопала в том, что есть ревностный. Где-то, блядь, хуёвый стак, можно еще ревностным захуярить. До ласт фазы, три танка не должно умереть вообще. Если до ласт фазы умирает три танка, это лайк. А алоэ, если ты взорвал сверху, ты потом подбегаешь рейд, чтобы тебя подхилили. На ласт фазе это будет пиздец как кретит. Да. И смотрите дамагеры за агро, чтобы не были выше меня и Каваты, и Монорота. Мы должны быть на топ-3 позициях, чтобы спокойно это все, блять, делать. Кават, раздашь каски? Уже. Окей. Сейчас, блядь, переломаешь. Плохо все. Блять, вот эти ебучие фрезы бесят. Прожимки. Бываешь нормально отдавать. Где-то проебешься с прожимкой, это может критично. А такой вопрос, а друид кайтить не сможет босса в другой форме? Нет, он на РНЖ бросает, ты хоть в конце комнаты будешь, блять, он на РНЖ захуярится, это тяжко, да? Ну, я пробовал даже на этих, типа, на ступнях ебаться от него. Босс стоит возле перезарядки, я на середине комнаты, и он, блядь, по мне тяжкий удар хуярит. Это как рейндж спелл. Даю проверку. Эликс. Слушай, а вопрос такой, как от перезарядки мобов за тексты забегает, можно от него так завозить? Хуй его знает, не хочу даже пробовать. Стоишь так, он начинает тяжкий раз за угол забежать. Библ, что у тебя? Да сейчас, ну тут проблема. Сейчас. Минутка.
Бога Союза. Так. Это сюда. Убирай нахуй все аддоны полностью. Блять, еще загрузка списка персонажей долго грузит. Ну, черт, да. Так что кто релогается, вас, блядь, долго будет грузить. Лучше не релогайся, честно скажу. Простите. Казом, у тебя что? Премиум ждал, тоже релогуй. Йова. Ладно, босса вот сюда ставлю. На первое. Ну, вот, а я увидел, да? Рим, я увидел. Ну, типа, ближе вести, и какая нахуй разница, там будет состояние одинаково. Что там, не грузит, что ли? Все закрыто. Соединение установлено, висит. Никто не релогается, блядь. С этого момента. Потому что будем, блядь, ждать по 2 часа. Это писет. Что, я нахилить есть что? Хуй знает. В тайминг взрыва не попадешь, хилить нехуй, все прохиливают. Кто-нибудь знает, что за локация? Ледяной мир молчит. Да, да, это в гараже Нигер. Вторая фаза Молчезара. Это прям так, типа, ты в локации находишься, да? Да, третья фаза. А не вторая. А, ну да, третья. Вторая фаза второй фазы. Ну да. Или... Не, я знаю, это... просто я не знал, вторая что... фаза третьей фазы, наверное, так. Что прям так будет писаться, что ты в этой локации находишься. Ну, Казум, готов? Да. Дай я проверку. Дай крик на хп, вой. Подбегай, кстати, к рейду, обновляй крик на... Да. Потому что иногда его не хватает.
Так, все, вроде все тут, все готово, поехали. Отойдите только от меня, уважительная просьба. Придет удар у меня, будет печально. Вы подлежите уничтожению. Два. Со следующего. Вот с этого кават можешь потихоньку. Дай мне длан жертвенность. Сфера там что долетает до миликов. Ну можно раньше хлопать, 300 тогда будет. Чё там кават? Почти. Сейчас заберу. Что, давай забирай. Все отлично. Отойдите только от коват. Блять. Че фу. На полном анарота. Усиливаем кават. Да, там жертвенность. На монорота напугивает активнее. Что на монороте? Все, монорот уводи. Ставь на место. Ну, блядь. Вайп, ложимся. Ложимся. Встанем в рейд. А, тут что тут стал там вообще, где он босс пройдет? Отошел, когда забрал. Так отошел, надо отходить так, чтобы ему было место вести. К миликам просто. Бля, вы понимаете, если вот кто-то с вас фейлит, это все пиздец, вайп. Нельзя, чтобы ни один танк сдох, блядь, до этого. До ласт фазы. Рыба стоит. Пинг можно с лобика взять. Дай проверку. Вот кислый. Женой он заходишь. Чисто, вот где. Гена? Да. Руби на ютубе. Не буду.
то подробите кто-нибудь. То дарки здесь. Вот здесь. Сказал био. Ну, могу попробовать, сейчас подожди. Я кричу. Давай вот. Я просто хотел на ютубе пойти этот. На планшете посмотреть. Что-то заебало за компом сидеть. А для магов сопроты, ну, например, 20 сопротов к аркан магии критично на этом боссе или не критично? Баф, дайте ты проверку на пол. Критично, если танк зафейлит. Со следующего пола попробую подключить. Каску друидом. Вот, давай-ка. Нейлик готов? Все готовы, куда у вас?